В предстоящие выходные жители Подмосковья ждет жаркая погода. Столбики термометров поднимутся выше 25 градусов. Для столичного региона такая погода считается нормальной, но все-таки, собираясь на прогулки, на пляж или просто за покупками, стоит соблюдать нехитрые правила пребывания на солнце. Их напомнил врач-терапевт Центра здоровья поликлиники номер 2 Сергей Лойков. Начиная с 11 часов, да, и где-то до 3-4 часов. В эти часы в жару, конечно, лучше под палящими лучами солнца не находиться. Но я сам наблюдал, опять же, картину, когда на прудах, водоемах вот действительно лежат люди, особенно молодые девушки, хотят красивый загар, да, и вот они на износ, прямо начиная в эти, скажем, часы неблагоприятные для загорания, да, вот они лежат на этом солнце пеки. Категорически этого делать нельзя. Загорать надо в утренние часы или в вечернее время. Полную версию интервью смотрите на нашем телеканале после выпуска новостей.